Днем рождения! Вчера случилось день рождения первой локации «Ледовый городок Северное сияние». Входим в ней бесплатно в качестве приятного бонуса. Зашли и пофотографировались. Взяли деньги на прокат и пошли на горку. Но Маше позвонили подружки, и мы пошли к выходу их спасать. Ее подруг не было, но была наша Снежка. Чекрушки строились сюрприз. Загадала желание, которое обязано сбыться. Такой вот симпатичный тортик у меня от самых симпатичных girls. Вернулись к горке. С первого раза не получилось спуститься, ибо мы засали. Потом нас столкнули инструктора. Было жестко, но весело. 3 часа гуляли по городку, и меня пригласили на семейный ужин. Забрал нас мой брат, поэтому мы доехали до точки Б, как Форсаж 5. Пили грузинское вино и душевно посидели. Сегодня гуляю дальше, всех люблю.